Мария занималась в сказочном лесу в 4 утра. Вот я вас спрашиваю, и о чем мечтает певица? Расскажет Маша Матвеева. Она первой побывала на съемках нового клипа «Формула счастья». Певица Валерия стала хиппи. Но не в жизни, а в своем новом клипе на песню «Формулу счастья». Отдай жизни, отдай, сердце отдай, чувство любовью грейте. В кадре артистка предстает на фоне волшебного леса в дымке утреннего тумана. За сказочной картинкой съемочная группа во главе с режиссером Алексеем Веренчиком отправилась в Подмосковье. Вечером, буквально прямо перед съемкой, мы узнали о штормовом предупреждении. Ночью должна была быть прям гроза, смерч, буря, цунами, землетрясение, но нам очень повезло, и был легкий-легкий совсем дождик. Ну, ничем ты их не напугаешь. Работать днем и ночью напролет? Да пожалуйста. Как вы думаете, что мы делаем в 4 утра в этом сказочном лесу? Правильно, мы снимаем видеоклип. В этом ролике у меня образ должен быть немножко... Ну, вот, где-то лесная нимфа. Где-то такая лесная нимфа, но такой в духе хиппи немножечко. Потому что вообще хиппи, вот то самое время, это время очень радостное, очень открытое, очень свободное. А для проявления еще большей свободы в клипе снимаются действительно влюбленные друг в друга студенты. Ангелина Стречина и Арам Бардаванян. Продюсер и по совместительству муж певицы Иосиф Пригожин так вовлечен в эту историю, что ни на минуту не отвлекается от съемочного процесса. Сегодня тоже вот стоя на рассвете вот такого замечательного древа желания, я бы назвал это древо желанием, да, вот около этого древа желания хочется найти ту самую формулу счастья. А по нам, так Иосиф давно уже вывел для себя формулу счастья. Светлое небо над головой, любимая работа и красавица-жена, которая на секундочку в свои 44 потрясающе выглядит. Мария Матвеева, про новости.